Всем привет! С вами Джон Кобра! И в сегодняшнем ролике мы начнем строить свою майнинговую ферму по добыче биткоинов в игре под названием Bitcoin Mining Simulator. Ну что же, давайте приступим к строительству. Пройдя какой-то туториал, я немного разобрался в смысле этой игры. В общем, у нас тут есть вот такие вот непонятные конструкции, на которых у нас лежат и греются видеокарты. Но для того, чтобы они грелись, им нужна энергия, которая выступает в вот такой вот генератор. По хорошему счету, нам нужна какая-то штука, которая бы еще охлаждала видеокарты. Но я так понял, эту вещь мы можем пропустить и скипнуть. И так получилось, что Джон Кобра немного постоял в АФК, поэтому у нас накопилось аж целых 98 сотых биткоина. Даже не сотых, а тысячных. Блин, вот это мы богаты. Ну что же, сейчас мы, конечно же, потратим все эти деньги и купим себе путевочку на Мальдивы, конечно же. Я, кстати, посмотрю вот туда, вот и вижу очень-очень много всяких интересных штук. Но что-то мне подсказывает, что там что-то все слишком дорого. Ну ладно, в общем, не важно. Какой-то сундук. Ой, что-то курс какой-то странный. Один биткоин 4500 долларов. А вот именно в тот момент, когда Джон Кобра решил подойти вот сюда вот, чтобы продать свои биткоины, курс решил обвалиться. Ну ладно, мы, наверное, не будем миллион лет ждать, когда у нас курс поднимется, поэтому просто проигнорируем это все и пойдем покупать видеокарты. Я не знаю, сколько у нас сейчас денег на балансе. О, целых 1000. Так, посмотрим. Давайте тогда что мы сделаем? Купим две вот таких видеокарты. Вот так вот. Все, покупаем две видеокарты. Это получается у нас какие-то двойные веселые карточки. Блин, вот это название. Вот это название. Двойные веселые карты. Ну что же, давайте теперь поставим их куда-нибудь. У нас, по идее, энергии достаточно. Да, аж целых почти 500 ватт. Да. 440. И сюда мы поставим вот эту карту. И сюда вот эту карту поставим. Ну что ж, как у нас там по энергозатратности? Ну, в принципе, тоже нормально. В принципе, теперь мы должны будем что сделать? А я даже не знаю. Теперь мы, получается, намного больше будем получать. Вроде где-то тут можно посмотреть, сколько мы теперь получаем. Блин, получается, наш доход увеличился вдвое. И теперь мы зарабатываем в секунду 8 10-тысячных биткоина. Блин, вот это мы богаты, вот это мы богаты. У нас, кстати, в инвентаре есть еще какой-то сундук, давайте его откроем. Может, оттуда выпадет что-то годное. Давай, удача, не подведи. Не подведи, удача, Джон Кобры. Я же знаю, какой ты удачливый человек. Давай. Давай. Нет. За что? Блин. Ну что ты будешь делать? Хотя, не все так плохо, не все так плохо. Сколько дает эта карта? Сейчас, проверим. Вот, ой. Сейчас. Я хотел вот это самое вот так вот сделать и теперь открыть инвентарь и посмотреть. Так, эта карта дает 0.04. А, не, ну все-таки нет, здесь 3.0. Здесь 4.0, это похуже будет. Блин, да что ты будешь делать? Она за 63 продается. Ну давайте продадим, конечно же. Зачем нам лишний мусор? Он нам, в принципе, не зачем. И теперь мы накопили 0.22 биткоинов. Ох, что-то, знаете, мы какие-то слишком бедные. Я даже не знаю, что нам теперь делать. Я видел, что вон там есть какая-то штука, что-то наподобие паровозика и что-то наподобие плотшопа. Я так понял, что здесь мы должны покупать как раз плоты, на которых мы будем ставить свои видеокарты. Кстати, что у нас там по сундучкам? Следующий сундук будет через 7 минут. Блин, да ё-моё. Или на 18 уровне. Все сундуки стоят денег, поэтому, понятное дело, эти варианты мы не рассматриваем. Так, мы какие-то можем за 1 триллион, за 2 миллиона купить. Не, это что-то не то все. Вообще, вроде вот здесь в разделе билд можем что-то покупать. Можем купить какие-то декорации. Просто декорация стоит, как наши все видеокарты. И также еще здесь можем какие-то спид-модификации купить. Так, ну ладно, я предлагаю сейчас... Ой, это не мой плот. Здесь взять... И поставить еще одну вот такую штуку. Здесь мы тоже будем выращивать наши биткоины. Также мы можем еще вот такую клеточку сделать, да?
А, ну понятненько, понятненько, какие-то турбо. Ой, вообще, что-то очень сложная игра. А не, на самом-то деле не такая-то и сложная. Надо просто уметь играть. Так, ну что же, давайте сейчас, я думаю, купим еще несколько за 400. Но ё-моё, вообще этот курс, я не понимаю, что с ним такое. Ладно, давайте подождем, когда он вырастет. Давай, курс, 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 курс. Я в тебе верю. Опа! Продаем, продаем. И сколько мы получили? Вау, 1400. Так, я думаю, за все это мы купим две таких видеокарты. А даже смотрите, вот какие крутые видеокарты дают. А карта, которая майнит один биткоин в секунду, стоит 2 миллиона. 2 миллиона. Не, ну это что-то слишком жестко. У Джун Кобры какая видеокарта? RTX 2000. Так, 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 так. Не, я не знаю, тут нету моей видеокарты. Нету ее здесь вообще. Ну ладно, в общем, смотрите, сейчас мы должны зарабатывать теперь намного-намного больше денег. Так, идемте, идемте, идемте. Сейчас мы откроем наш инвентарь. И тут разместим. Ой, вот здесь видеокарты. Так, вот такую поставим и вот такую поставим. В принципе, что у нас тут по энергии? Ну, тут все, в принципе, прекрасно. Мы всего лишь 60 энергии тратим. А что будет здесь нажать на эту кнопочку? Такс. Я здесь прочитал, что на 25 минут мы активируем это самое увеличенный расход именно получается энергии, да? Смотрите, прям реально ровно. У нас нету ничего, никакой избыточной энергии. Прикольненько, прикольненько, прикольненько так. И получается, мы сейчас получаем намного больше денег. Вау! Ну чё ж, давайте тогда будем продавать биткоины. Я думаю, такими темпами мы сможем купить ту самую видеокарту за... Это самое, за сколько? За 2400, да. Ну что же, кстати, курс нормально поднялся спустя столько времени. Вообще, что вот делает эта кнопка, я не понимаю. Здесь какой-то change rate можно. Что это? Ну, допустим, я могу я вот так сделать? А, я понял, в чем прикол. Здесь за бобуксы это самое можно курс поменять. Ну ничего, неплохо, неплохо, неплохо. Сколько мы получается биткоинов? Вау, по 173 денег за секунду получаем. Сколько у нас уже на балансе? Так, 3,5 тысячи. Ну что ж, ну что ж, ну что ж, давайте сейчас зайдем сюда и купим адекватную карту. За 10 тысяч, понятное дело, нам не хватит. А на такую, в принципе, денег нам достаточно. Но я не знаю, сколько это самой энергии будет это все жрать. Так, ну я думаю, что поставим вот эту. Вот... 3600! Жесть! Что за фигня такая непонятная? Ну ладно, ставим вот этот генератор. Я так понял, энергии нам чуть-чуть не хватает теперь, да? Ну, не знаю, вроде нормально. Вроде ничего не поменялось. Как было, так и осталось. Ну, ладно, тогда нам повезло. Тогда нам реально повезло. Значит, видеокарты не тратят все больше и больше энергии. Знаете, это меня немного обрадовало. Значит, мы сейчас можем спокойненько так пойти, купить еще одну видеокарту. Да что с этим курсом не так? Почему он такой? Все, вот, покупаем, покупаем, покупаем. А, смотрите, у нас еще есть 2500. Нет, знаете, мы сейчас поднимемся. Мы сейчас реально поднимемся. И купим что-то уже крутое. Сейчас вот эту еще одну видеокарту купим. И сразу же ее поставим. Конечно же, вон туда. Ой, вообще, что так люди быстро бегают? Вообще, читеры какие-то. Понакачали часов, теперь со скоростью света бегают. А вообще, там реально есть какая-то штука, которая позволяет это самое людям быстрее бегать. Ну что ж, давайте сейчас вот этот поставим. Вот так вот. Все, готово, готово, готово. И теперь у нас четвертый уровень. Ну что ж, повезло, повезло. И теперь мы намного быстрее майним биткоины. Вообще, я в идеале сейчас хочу еще за 2500 купить. Давайте вот так вот. Вот так вот сейчас у нас на балансе сколько денег? 3000. Снова заходим сюда. И снова покупаем за 2500. Я так понял, именно это и продавалось в кейсике, который мы получили за 7 минут игры. Так, ну что ж, давайте сейчас посмотрим, что у нас по сундучкам. Может, появился он? Нет, только через минуту он будет доступен. Только через 2 минуты. Но я не думаю, что там что-то будет прямо очень крутое. Знаете, давайте продадим все эти старые видеокарты.
Вот, три продадим. О, кстати, мы неплохо заработали. Реально неплохо заработали. Так. Сейчас мы поставим последнюю видеокарту за 2500. И я думаю, уже достигнем уже каких-то результатов и будем неплохо так получать денежек. Так, покупаем последнюю, ну не последнюю, а крайнюю видеокарту такую. И сейчас мы ее, конечно же, поставим в нашу небольшую ферму. Так, все, подходим сюда и заменяем. И продаем последнюю видеокарту за 400. И вот какую прикольную ферму мы сегодня сделали. Но знаете, я бы условно назвал это фермой. Вот посмотрите, какие там фермы у других челиков. И посмотрите на их доход за секунду 5,3 миллиона. И посмотрите на мою ферму. Не, ну здесь у них реально прямо огромнейшие фермы. Они прям манят миллионы и миллиарды. Их не то, что Джон Кобра. Ну, в принципе, разочаровываться не стоит. Рано или поздно мы достигнем успехов и станем очень-очень-очень крутыми. Если, конечно, нам будет не лень. А зная то, насколько Джон Кобра любит работать, что-то мне совсем чуть-чуть подсказывает, что рано или поздно мы устанем. Но, конечно, не будем о плохом, не будем об уставании. Нам все-таки, как ни крути, должно повести. Рано или поздно. Ну что у нас там по сундучку? Через 8 секунд откроется. Давайте сейчас его прям откроем, посмотрим, что там выпадет. И на этом, я думаю, закончим наш ролик. Я, конечно, не думаю, что из него выпадет что-то годное. Но, по крайней мере, это самое. По крайней мере, этот сундучок лучше, чем ничего. Не понял. А что он не берется? Не понял. А мне что-то не позволяют его взять. Вот это скам. Блин, меня на сундук заскамили. А, все, заработало, заработало. Повезло, повезло. Все, в инвентаре он появился. Открываем его и скипаем. И... Ну, знаете, мы невезучие. Вообще невезучие. Это тот, который у нас есть, да? На 0.18. Всего за него стоят такие же. Ну ладно, в общем, не стоит разочаровываться. В принципе, неплохую мы сегодня ферму построили. Я, конечно же, надеюсь, что вот этот вот ролик вам понравился. И что, конечно же, вы оценили этот ролик лайком. И, конечно же, подписочкой на мой канал. Ну а с вами, конечно же, был Джон Кобра. Всем спасибо за просмотр и всем пока!